Всем привет, с вами Евгений, mobiltelefon.ru. У меня в руке находится смартфон Caterpillar S60 или Cat S60. Это первый в мире смартфон с термальной камерой. Это измеряет температуру. К сожалению, одежду не снимает, но общие черты увидеть можно, если вы понимаете, конечно, о чем я. Характеристики, наверное, не впечатлят любителей бенчмарков. Здесь 4,7 дюйма экран, HD 720p, Gorilla Glass 4, защита хорошая. Батарейка 3800 мАч, основная камера 13 мегапикселей, фронталка 5 мегапикселей, есть поддержка 4G LTE, оперативки 3 гигабайта, постоянной памяти 32 гигабайта. Процессор не уточняется, Snapdragon 8 ядер. Защита корпуса очень хорошая, стандарт MIL810G, может падать без опаски с высоты 1,8 метра, под водой может находиться на протяжении часа на глубине 5 метров. Вот так вот. Стоит телефон будет $650, обещают начать продажи во многих странах мира, в том числе в России. Конечно, это очень специализированный такой аппарат, но я думаю, люди, для которых он предназначен, его очень хорошо оценят. Защищенный, многофункциональный, в общем, работяга.